Приветики, мои хорошие, мои любимые. Кстати, короче, мама об этом приготовила. Ну, когда-нибудь я тоже что-нибудь приготовлю. Она приготовила тыкву в меде. С медом. А, да, я чуть обратно не забыл. Бля, обратно чуть не забыл благословить. Ом твамэ сакшат, шри анапурна сакшат, шри адишакти матаджи, шри нади намонага. О, сейчас попробуем. Оценим. Нате, хотите, возьмите. В духовке мама с медом готовила. Берешь, короче, обливаешь его медом, в духовку кидаешь. Кидаешь. За шкирку. Закидаешь прям за шкирку в духовку и все. Ты улыбайся, бабуля. А что ты такие? Я не уныл, Сережа. Я на гурмане века. Хорошо, тю как. Я вас обожаю, вы такие клевые. Вон, вот такой вот лакомый кусочек. Его можно лизануть. Нет, лизануть я не буду его. Это очень прикольно. Вот пять кусочков. Блин, вкусно вообще. Блин, друзья, постараюсь сюда почаще ролики закидывать. Так же, как у меня есть два канала. Один канал Гурман Века. Блин, Гурман Века. Поесть вселенной, где там всяко ассорти. Тут обзорчики на еду. Там что-нибудь готовит, что-нибудь было. А еще есть у меня канал Обезбашенный. То есть, короче, еда со смехом. Я там просто поглощаю всякие. Еду. Еще можешь посмотреть. Я вас люблю. Пока, всё.